Пере-пере-пере-пере-пере. Ну, балбес, я очень по тебе скучала. Мне уже не терпится с тобой увидеться. Мы же увидимся сегодня. О, Сэм, я давно мечтала об этом. Что ж, мне пора работать. У меня очень много дел. Мы обязательно с тобой встретимся вечером. На том самом месте. Хорошо. С нетерпением жду. Поскорее бы. Хорошо. Нет, я тебя люблю. Все, пока-пока. Пока-пока. Gotcha. Здравствуйте, сэр. Прошу прощения, мой отпуск продлился чуть меньше запланированного. Да, сэр, все хорошо. Спасибо, что поинтересовались. Нет, этот звонок был личного характера. Я уже приступила к работе и хотела бы обсудить с вами пару моментов. Я не отвлекалась с этим? Отлично. Когда я приехала, я заметила, что в доме необычайно грязно. Хотя до моего отъезда все сверкало. Персонал справляется со своей задачей? Или мне стоит все проконтролировать и устроить проверку на профессиональное качество? Говорите, все нормально? Все вас устраивает? Но ваша жена очень строго относится к чистоте. Может быть, все-таки мне заняться кадровыми перестановками? Не стоит. Ну, знаете, о чем я говорю? Что, например, на камине я обнаружила огромный слой пыли, как будто за все время моего отсутствия его толком и не убирали. Очень много пятен от кружек с кофе. Это просто непозволительно. Раковины приобрели кремовый оттенок. Это просто немыслимо. А еще ковер в спальне весь в каких-то белых пятнах. Складывается впечатление, что за время моего отсутствия работницы занимались чем угодно, кроме как поддерживать чистоту и уют в нашем доме. Зато бассейн и сад идеально чистые, в идеальном порядке. Но их убирают и ухаживают не мои работницы, поэтому сюда я не вмешиваюсь. Из чего я делаю вывод, что внутреннее состояние дома – это полностью моя вина. Насколько я помню, в этой части дома должна убираться горничная, которую мы взяли последней. К сожалению, я не припомню ее имя. И так как она у нас работает не очень давно, я взяла на себя смелость уволить ее задним числом, чтобы мы смогли сэкономить на ее жаловании и компенсировать средства за отвратительную работу. Как только она вернется из своего незапланированного отпуска, я сообщу ей эту прекраснейшую новость. Что-то не так, сэр? Да, я говорю о молоденькой горничной, которую мы взяли последней. Она убиралась у вас в кабинете и в спальне вашей жены. Мне не надо было этого делать. Но почему, сэр? Потому что она отвратительно справлялась со своей работой.
ее комнате сплошной бардак. А еще мне кажется, что она фетишистка. Скажу вам по секрету, я нашла в ее комнате очень много всяких извращенных предметов. Это неприемлемо на рабочем месте. Несмотря на то, что мы тут проживаем по вашей воле, непозволительно заниматься чем-то развратным. Что там было? Разве я должна об этом говорить? Мне кажется, это не совсем этично, сэр. Но если вы желаете знать, у нее на трюмо я нашла очень много нижнего белья, среди которого было белье вашей жены. Также много украшений и драгоценностей. И я не думаю, что на зарплату горничной это можно себе позволить. Мне кажется, она ворует. Также заметила очень много эротических журналов и всяких приспособлений, которого я доселе не видела. Но мне кажется, что они для плотских утех. А еще я хотела показать вашей жене, что эта форма не то, что мы обычно носим. Это что-то новое и неприемлемое. А также оно все мятое. Сэр, эти украшения подарили вы? А как же белье вашей жены? Наверняка она его ворует из прачечной. Она сама ей дала. Хорошо, тогда я уточню у нее этот вопрос. Мне не стоит разговаривать с вашей женой? Ну почему? Мне кажется, вы что-то скрываете, сэр. Это, конечно, не мое дело, но меня нанимала ваша жена, и я обязана ей отчитаться. У вас явно не совсем здоровые отношения с этой горничной. Это непрофессионально. Я буду вынуждена все рассказать вашей жене. Что? Как вы узнали? Прошу, сэр, эта работа — все, что у меня есть. Мне очень нравится. Пожалуйста, никому не рассказывайте о нас с Сэмом. Да, сэр. Хорошо, сэр. Я никому не рассказываю о вашей интрижке с горничной, а вы никому не говорите о моем романе с вашим младшим братом. Простите. Тогда я удаляюсь работать. Может быть, вам нужно чай, кофе, чем-то помочь? Хорошо. Хорошо вам поработать. Всего доброго. Увидимся за ужином. До свидания. Он узнал. И неужто Сэм проболтался? А может, он нас увидел? Или подслушал?